я снимаю фронтальную историю телефон. Эта передача называется «Сказки со смешинкой». И эту передачу телефон будет снимать смешинка. Как эта передача называется? «Сказки со смешинкой». Итак, давайте начнем. Вот зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. А что вам надо? Шоколада. Я кого? Я сына моего. А много ли писать? Допок, 5 или 6. Больше ему не съесть, он умнее, чем маги. А потом позвонил крокодилу и со слезами просил. Мой милый, хороший, пиши мне, пожалуйста, хороший. Постой, не теперь, на прошлой неделе я вызвал 2 пары отличных калош. Да, те, что ты вызвал на прошлой неделе, мы уже давно съели. И ждем, не дождемся, когда ты снова присоединишься к нашему ужину. Дюжину новых и сладких калош. А потом звони зайчата. Нельзя ли писать перчатки? А потом звони мальчишке. Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвоню медведь. И как начал есть. Постойте, медведь, не явите. Объясните, чего вы хотите. А ты как? Да. А к чему? Почему? Не пойму. Пожалуйста, трубку. А потом позвонит сам и пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками объелись, и животы у нас разболелись. А потом опять позвонил медведь. О, спасите, моржа, вчера он проглотил морского ежа. И такая дыбе день, целый день. Дзинь-дзинь-день, дзинь-дзинь-день. А недавно 2 газели позвонили и запели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? Вы, газели, не сгорели карусели и качели уцелели. Вы бы газели галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели карусели. Но не слушает газели, по-прежнему галдели. Неужели с тобой где все качели погорели? Вот эти глупые газели. Однажды поутру позвонил и сказал: не это я квартира, ну и дады. Я как рассердился и зарул. Нет, нет, это чужая квартира. А где мой дады? Не знаю, позвоните по номеру 125. Я 3 ночи не спал, я устал. Мне бы только отдохнуть, звонок. Кто говорит? Носорог. Помогите. Что? Спасите. Кого? Бегемота, наш бегемот провалился в болото. И не туда, и не сюда. Ох, если вы не придете, он утонет. Утонет в болоте. Умрет, западет бегемот. Ладно, ладно, если могу, помогу. Ох, это нелегкая работа. Из болота тащить бегемота. Вот это была вся сказка. Вот такую сказку телефон я вам сегодня расскажу.